И всем привет, вот мы вернулись в игру. Так, уже едут, открывай. Чтобы очередь надо успевать. Блин, еще больше бумажи стало. Да ну вас баню. Опа. Так, наша разведка сообщает о секретных агентах, которые хотят пересечь границу в целях безопасности лицам национальности. Так. Как состоится национальство в возрасте до 36 лет запрещен въезд в страну. Снего Дайнара. Отлично. Выходи. Так, сразу вес. Документы. Ты откуда там? Кто там, блин? Тут такие названия, что их хрен запомнишь. Ага. Тебе можно. Что-то он вообще не похож. От слова совсем. Так, возраст я уже проверил его. А тут больше нечем, да? Так, их ты. Что у вас тут пока контрабанде? О! Даже еще лучше, что у тебя есть контрабанда. Меньше проблем. Что-то в кузове ничего нет? В кузове ничего нет. Так, есть уже. Далеко ты уедешь на спущенных колесах? Где он? Я что-то провтыкал, куда он поехал. Бляха. Наверное, прямо поехал. Нет, он повернул, скотина. Да бля, уйдет же. Да блядь, не видно ни хрена. Гони. Молодец. Я опять не туда поехал, что ли? Да нормально, все, сейчас мы его перехватим. Не уйдешь. Я тебе колеса прострелил почти все. Переднее только правое не прострелил. Поди ты вообще ездить, ехать бы уже не мог. На ободах бы ехал бы, но по земле на ободах особо не поедешь, хотя. О, может быть продать что-нибудь. Да куда ты, ни хрена он шпарит, блин, как будто у него все колеса целые. Ой, козел! Ты обратно, что ли, на границу возвращаешься? Да нет. На кладбище уже. О, далеко вы уже ехали. Ну, ё-моё. Давай взад ему сейчас за... Ну, вот здесь на повороте. Давай, бам! Выходи! Спасибо большое. Так, тут я уже посмотрел. Ничего нет. Где-то там я видел. Я же их прострелил, а из них повысыпалось, да? Ай-яй-яй.
Ай-яй-яй, а нет. Вали отсюда. Я могу машину твою отогнать? Нет. И все? Что так мало, что так скромно? Так, я тут... Ай. По-моему, больше ничего тут нету. Одни двери, одни машины. Все, едем отсюда тогда. О, закрылось. Я думал, выломается. Так, где это я? Ага. О, машина. Еще. Ну давай, все равно машина уже разбита. Уже мне в обратную сторону надо. Черта не видно. Подожди, нам по пути продать это все барахло? Нет. Пока нет. Ну-ка, что скажешь? 540, давай. Да, блин, не та кнопка. Где, куда их туда? Карту. Блин. Объехать? О, давай. Объедем. Если получится, может быть, даже заскочу в магазин, еще продам. Или мне нечего продавать. А я не могу посмотреть. А мне, по-моему, особо нечего продавать. Патроны я не... А, не, я ничего не находил. Это мне надо отвезти. Ну, там мало совсем. А, друзья, это у нас в машине сидит? Ну да. Еще арестовал его. Не забыть за него. Его надо же отвезти еще. Или... Не, не буду отвозить. А ради одного человека ехать. Если буду близко, поеду. Если нет, то нет. Посидит у меня там в каталажке. Выходи, выходи, выходи! Скотина! Ты куда это, интересно, собрался, а? Офигел, еще закрывается. А ну давай залазь в машину. Козел. Тебя понюхал. У тебя контрабанды случайно нет? Вдруг так случайно. А я здесь не могу ничего вытащить. Могу только осмотреть машину и все. Нету ничего вроде бы. Нету ничего. Ладно, нет, так нет. А плевать. Ну, зато нормально получилось. Мы довольно-таки близко к магазину. Вообще возле него. Сколько у меня патронов там? 208. А у меня уже второй двери нету. Отлично. Так, что я могу продать? Это не покупает. Это он тоже не покупает. Ну, давай мне тогда еще пару пачек. Эй, едем обратно. Хотя нет, надо вас отвезти сюда и наверх. Там мне назад, что ли, надо? Вот сюда. Только что этот говорил, говорит, если бы не этот полицейский, я бы сейчас бы развлекался с девочками в красном фонаре. Блин, нападение. Машину надо здесь где-то кинуть. У меня все равно уже нету этих фар. Ой, фар, дверей. Может, сейчас кого-то собьют еще? А, вот.
смысле? Ой, куда ты пропал, блин, ой. Сбили. Спасибо, я даже почти патронов не особо потратил. Да-да-да-да-да. У тебя что-то есть, я знаю. Слышь, ты там, не бухти. Перед самым же этим нападение было. Случилось. Че везешь? Машину только мою не толкай. Ну за, давай, заводи. Сейчас мы их отдадим, нас немножко повысят, наверное, чуть-чуть. Ну, в смысле, вот эта полосочка, то, что до повышения. Давай. Ворота теперь стали загружаться после многочисленных хотфиксов. А то вечно эти вот ворота загружались тогда, когда я уже проезжал сквозь них. 360, неплохо. Работайте, работайте, студенты. Ой, может, мне вообще двери нафиг не нужны? Так, так удобно без дверей. А вон еще камушки носят. Нормально. Я им тут поставляю рабочую силу. Давай, давай, поворачивай, поворачивай. Все, едем обратно. День-то еще не закончился, там же машины стоят, ждут, пока я их пропущу через границу. Поберегись. Нормально. Так, ремонтировать не надо. Ох, там очередь уже собралась. 3 автомобиля. Успею, не знаю, надо открывать. Там красной машины у нас нету, ничего. Спущенные шины. Так. Находящийся в розыске член банды. Так, полицейские облавы направлены нас так в сторону. Повреждение автомобиля, спущены две шины. Так, и у тебя целенькие шины. Целенькие. Стекла не битые, не крашеные, вроде нет. Выходи, выходи. Я вижу, он уже сигареты лежат. Так куда ты полез? Опустись. Мне еще не подвесили, нет. А, вон, вижу. Все лучше и лучше стали прятать. Тут нет порточка. Да, но тут еще есть вот это. Ага. Это наш ломик. Топорик. А как это? А чем тебя? Ножом, что ли? Точно ножом. Сигареты. Странно, что же на покрышке было нарисовано. Ты будешь много сидеть, я тебе сейчас все колеса порежу. Хотя какая разница? Так, вот это вот беленькая. На, это не разбитая. О, здрасте. О, Клондайк. Давай, вываливай, сестры. Две? Ладно. Курва дура. О, опять не влазит. Да убери ты этот автомат. Так, скинь давай. Нахрен ты эту фигню вообще брал? От нее толку никакого нет. Сбагрить я никуда не могу. Так.
Так, где-то там еще сиденье, вот. Ну, нож возьми. Так, неплохо, слушай, будет поэтому. Так, там вроде чисто, да? Тут я уже нашел. Тут срезали. А, еще одно. Ну, у тебя в каждом... Серьезно? А бампер-то хоть этот нет? Точно все? Вся машина напихана этой херней. Так, ну а теперь пошли по стандартной схеме. Проверочка. Да. Надо было два раза одно и то же проверять. Это 4, что-то ты для сильно староват выглядишь. Так, что там еще я хотел? А, ты ее уже сравнил, да? Все соответствует, прям смотри, а номер? ЛТТ 6386 F Z, нормально все. Так, стекла не битые. Все нормально, все есть. Обоснованный арест. Еще попробовали сказать бы, необоснованный арест. Так, убирай все это на следующего. Не, серьезно, куда они машины девают? Это мне больше всего нравится. Еще две машины, да? Да. Обе зеленые, кстати. Или зеленая машина уже исчезла? По-моему, зеленая уже. Так, цвет машины серый. Националис Акристан. Так, зеленый уже все, да? Давай документы. Ага, одно колесико минус. Второе колесико минус. Вот наш клиент приехал. Да-да-да, вылазь. О, вижу, чуть не провтыкал. Сигареты. Что-то у нас на сигареты сегодня везет. Может, возьмешь эту фигню? О, там есть контрабас? Есть. Проверим на всякий случай твой вес. Хотя я холодильник уже вытащил. Слушай, а давай, сколько там? 1210. Ну-ка, загрузи холодильник. Посмотрим, вес изменится или нет. Вообще, по идее, должен. Ну, а по факту... 70, да, изменилось на 60 килограмм. Если ничего не путаю. Так, мы тебя арестовываем все равно, но... Я еще должен, может, еще 10 сигарет и провтыкал. Тихо-тихо-тихо. Не показалось. А боже, за радиатором, бляха. Слушай, а раньше это после обновления, что ли, в таких местах? Ну что, раньше такого не было, я не находил, по крайней мере. Или за прогрессы игры. Так, сколько у меня уже там всего? Уже все забито. Все, да? Вроде бы, под креслами не смотрел, за креслами не смотрел. Да подожди, ты лезешь туда, не лезь туда. Вроде ничего. Так, новые машины я не помню, смотрел, не смотрел. Так, 76-91. Ну это ладно. Так, короче, арестовываю его. У него все вроде целое, кроме покрышек, те, что я порезал. Зачем так пугать, блин, алё? Я могу вам себе сразу купить? Нет, потом давай, сначала надо выпустить всех.
не бухти. Давай, давай, убирай. А да. От Мадуро. Еще машины есть. Серый, говоришь. Надо на серый смотреть. Это не то. Так, во, минусануло, что ж с пробитыми. Так, какой там опять? Указа. Нет проблем, говоришь, давай документы. Раз нет проблем. А не то не у тебя появится. Так, что везем? Смотрим сразу колесики. Ничего у тебя не разбито, не погрызано. Все на месте вроде. В сиденьях ничего. Надо повнимательнее смотреть. Вроде не видно. Вот это что такое? Блин, серьезно, он такого цвета? Я даже не заметил его сразу. Но заметил. Так, уже никто никуда не едет. Тем более ты последний клиент. Ну да, других нету. Смотрим, что там у нас. Номер. 1298. Так, это все правильно. Зеркала целые. Лампочки не битые. Груз выгружаем. Наверняка здесь где-то контрабас есть. Еще дополнительные. Мне деньги дополнительные не помешают. Тем более надо дом улучшить. Все такое, бла-бла-бла. Ага. Это я тебя сразу и не заметил. Ну, спирт такое себе, конечно. Это не наркотики, но все равно контрабас. Еще раз надо... Ты смотри, надо ближе подходить. Вон и сколько там. Ну, слушай, надо ближе в натуре подходить. Не всегда этот значок появляется с какого-то расстояния. Так, еще раз пересмотрим сиденье. Стоп, блин, это шестеренка меня... Не-не, ничего тут нету. Так, груз, опись. Так. Смотрим насчет этих вот. Отметок. Ну, я ничего не вижу. Уже даже максимально близко подошел. Мешки. Где? А, во. Ух ты, ёж ты иметь. Серьезно? Мне ничего не лазит. В машину я, по-моему, все спихнул. Блин, надо туда отнести. Вот это поворот. Чего такого не было, чтобы я забил за один день все. Не знаю, сколько там понадобится. Но выгружу побольше. Так, дай-ка. А здесь вроде нету, да? Отметки этой. Нету. Нет смысла нож портить. Цемент. Никто ничего не запаковал. Эй. Нету, ничего не вижу, по крайней мере, пока что. Нету. Ну все, загружу. Хотя, ладно. Так, может, быстрее будет по времени. А нам куда спешить? Так, есть такое дело. Ну что, дружочек. Вроде бы я тебе тут все проверил. У тебя нарушения нет, кроме наркотиков. В смысле, спирта. Но все равно арест. Да мало. Почему? Здрасте, почему? Все, сидите тут. Три студента. Заданий нет. Задание уже выполнено. Так, что там? Домик можем свой улучшить? Денег нету. Блин, продадим наркотики, будут деньги. Так, тогда ладно, тогда навотанемся. Сбагрим все по максималке. О, отлично, все влезло. Даже еще место осталось.
там еще виллы какие-то лежат. Откуда мне виллы эти взялись? А, это ж надо... Те грузы, которые привозят солому, там надо проверять. Ладно. Так, убирай. А я поехал. Отвезу это барахло все. 120. Отлично. Где-то что-то провтыкал, да? Так, места для прячут контрабанду 4. Серьезно? Деревянные ящики? Солнцезащитный рюкзак? Какой еще солнцезащитный рюкзак? Ладно. Странно. Гарная работа. Хорошая работа. Все-таки я сегодня... Так куда ты про лялю вылез? Так куда стой? Починят потом. Ну тут недалеко ехать, в принципе-то. Прям туда подъеду, чтобы далеко не бегать. Так, сначала дадим то, что в карманах есть, потом то, что в машине. 500, неплохо. Так, еще. А, он вместе с машиной отдал, серьезно? Ну ладно. Блин, у меня все уже требует, скажем так, замены. Я там что-то оставлял, да, по-моему, в этом. Нож, ломик. Ломик надо будет купить. У меня ломика... Не помню, есть ломик или нет. Я так куплю. Будет запасной. Вот это барахло куда девать. Его никто брать не хочет. А, вот это можно продать будет. Как раз поедем сейчас через магазин, да? Блин, далеко. Нет, не поеду. Слишком далеко. Вернее, обратно. Пока нет в этом нужды. Возвращаемся обратно. Тут, по-моему, можно проехать. Да-да-да, развернуться можно. Нормально. Ой. Еще полицейского не хватало переехать. И весь день на смарку. Буду верим. Не хочу ремонтировать. Зачем? Без дверей лучше. Их открывать не надо. Хотя, конечно, двери меня защищают, это факт. Так, ну все, да, вроде бы. Ложимся спать. Не, квартиру хотел, в смысле, доме хотел улучшить, точно. А утром его, когда будет солнышко, на превьюшку снимем. Так, давай здание. 4700. Дороговато, но... А что такое? Опять... Что-то не хватает. Максимальный уровень, максимальное здоровье. Полковник надо быть. Ты идите в баню. Тогда ничего не буду улучшать. Или того... Давай еще того улучшим. Сотрудника. Тебя уже, ты уже на максимум. Не-не-не-не-не. Не тебя, а вот... Да, блин. Вот тебя улучшим. Того же будешь в бронежилете. Нам троих хватает. Я пока отбивался от всех. И даже никто не страдал. По сути дела. Все. Так, а заключенные есть у меня тут? Ой. Есть. Трое. Ну, завтра я их отвезу. А здесь припасов никаких нету? Тут, значит, стол был с припасами. Ну, куда его дели? Никуда, наверное, сразу же на склад, если что, загружают. Нет, тут нифига. Мешки с цементами. Это не те контрабанды, которые мы забираем. Нет. Еще бы машины, тут склад где-то валялся, чтобы стояли на штрафстоянке. Так что две записки осталось. Во. Телефонный разговор, на котором мы получим конкретную информацию.
Другом конкербандисте. Националис Акристан. Так, накрыл логово конкербандиста, обнаружил большое количество лака в серый цвет. Спим. Полковника и надо. Фига себе. Расход, сержант. Короче, ладно. Не успевает он до утра нормально отдохнуть. Типа больше здоровья будет, но до полковника еще дослужиться надо. А сколько тут дней, я не знаю. Это какой день? 17-й. Так, открыл. Так, кто там новенький появился? Во. $500. Давай, проезжай. Так, какой там? Кагахстанский. Давай. Ты смотри. А ну, поближе надо подходить. Куда ты полез? Отойди отсюда. Так, груз выгружай. Так, минус колесо. Сразу заполняй. Отчет. Спущенная шина. Ты что там прыгаешь? Давай. Под за радиатором ничего нет, вроде нет. Отсюда ничего не видно. Тут тоже вроде бы не видно. Сиденье. Ничего нет. Ничего не вижу. Так. Разбитое стекло лобовое. Это пока. Навскидку то, что я заметил. Так, нету тут эту. Нету ничего. Точно там ничего нет? Нет. Два унитаза. И здесь ничего нет. Ты смотри. Загружай давай. Там же ждут, уже ждут. Так, смотрим на твое лицо. Тут нет, совсем не тот. Похож. Барак, это нам не надо. Твой возраст мне не нужен. Унитаз один. Ну ты серьезно? Все ж нормально было. Унитазов два, а не один. Угу. Что такое? Идите в баню. Давай. Курва, дура, да. Ого. Ну. Вот это за одну пачку там спросил. Это не серьезно. Три пачки сигарет. Три, точнее, блока.
Чего так мало, алё? Так, 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 так. Бак уже расковырял. Вот в этой хрени еще бывает иногда. Так, битая. И битая, и крашена. Так, разбитые фары. Бампера нет. Шины порезаны. Еще неизвестно, у тебя задние колеса, может, там тоже что-то есть. Но туда нет доступа. Так, что у тебя тут? Тут ничего. Стекла битые есть, какие-то лобовуха там. Так, во, есть. Нет зеркала одного. Странно, двигателя я ничего не вижу. Ага. Есть. Сколько у нас уже там? О, почти полный карман забитый. Надо отнести машину. Свеч нож. Отдайте Борису командиру. Да. Этот говно можно выкинуть это? О, можно. И плевать на этот алкоголь. Эти закуски, я не знаю, когда там это появится задание. По этим, кстати, посмотрю, что там за задание. Ввоз контрабанды. Понятно, выкинь это все. Оно мне место занимает, оно мне нафиг не надо. Во, другое дело. Пошли дальше. Это еще тебе в этот не лазил. В кузов. У тебя же груз по-любому есть, да? Нет. Там за свиньями приехал. Мы все равно посмотрим. Или за курями. Нету ничего. Ждите, ждите. Не знаю. Может, что-то пропустил? Так, обоснованный... Не понял, а где заключенные делись? Они что, убежали, что ли? Ты, я ж не возил, или... Да нет. Ладно. Может, нанять еще одного сотрудника? Он будет помогать отстреливаться. Хотя его тоже прокачать надо. Нет, не хочу. Мне пока этих хватает. Давай, убирай. Так, досмотр завершен. $120. Мало. Ну, на этом спасибо. Сбрось. Там еще кто-то есть? Есть еще одна машина. Сразу осмотр. Змеек нету, здесь ничего нету. Ты смотри. О, а вот здесь, по-моему, мне понадобятся эти. Или лопата понадобится. Так, ящичек, коробочку не посмотрел. Чё нет? Так, ну ты не похож. О, наконец-таки. Одна бумажка только осталась. Национальность, Акирстан. Что там такое? Акаристан, господи. Подожди. Это же документы, да? Кто-то там, республика... Это не то. Кагастан. А подожди, Казахстан. Кагастан. Тебе нельзя до 36 лет. Сколько тебе лет? 25. Тебе нельзя в любом случае. Но все равно мы проверим, что тут у тебя не бито, не крашено. Подожди, а внутри я не смотрел. Так, ничего нету. Я ничего не вижу вроде бы.
Но тебе все равно нельзя заезжать. Если ничего не так, давай еще раз перепроверим. Все. Блин, я гравий не проверил, ну ладно. Проехали. А, еще не поздно? Уже поздно. Нет, не поздно. Это тоже само закроется? Нет. Запускай. Алло, ты что там гуляешь? Не мешай мне работать, студент. Да пошли в баню. А что, все, никого нет, что ли? А, ты уже заехал. Ты уже заехал. Чё я не так? Так иди нафиг со своими карахстанами, кахахмыг. С таким названием, что не выговоришь. Так, шо у тебя там, огурцы, говоришь? Так, отлично, ничего тут нету. Чего, бампере, там ничего нету? Чего? Рубшачий, осторожный, вообще день. Тоже ничего. За сиденьями ничего. Под сиденьями некуда положить. Чего нет? Ты откуда, дружочек-то? Опять Кахастан. А, стоп, тут птичка нарисована. Теперь можно. Ладно. Что-то я тупанул жестко. Ну ладно. Бывает. Ну это не название, не только смотреть, еще на то, что там это значки эти нарисованы. Я не вижу ни хрена тут. Потом будут говорить, что я что-то опять не посмотрел. Все нормально. На бочках тоже ничего не вижу. Пикули. Короче, огурчики маленькие эти. Все вроде нормально, ничего не разбито, не покорежено. Едь, едь давай. Убери эту груз. А, загрузить же надо. Загружай. Я ни документы не проверил, ничего, да? Вот я молодец. Ни номер машины. Гениально. Да еще идеально, ну ладно. Где те заключенные, я ничего не понял. У меня же были их. Я не отвозил никого, или отвозил. Что-то я не хр... Ладно, проехали. Нету-то и нету. Что там, говоришь, по заданию есть? Контрабанда. Значит, сначала надо поехать отвезти контрабанду свою, потом на самолет, потом того тюленя скинуть. Тут у меня что-то есть еще? Так, воздадёт, скоро сломается, забери ее. Это все выкинь, чертовой бати. Вот, это надо было херню израсходовать, она дешевая.
Так, ребята, у вас праздник сегодня. Вот вам бухло, вот вам закуска. Забирайте. Так, все я там забрал, да? Все, кроме вот этого фуфлыжного ножичка, надо им пользоваться. А, этот уже остался. Ну, вот следующий вот этот используем. Так, поехали. Сбагрим все. Как там фару включать? Не то нажал. А фар что, уже разбитый? А, нет. Все есть так. Сначала контрабанду. У меня много контрабанды? Да, блин, не ту кнопку нажимаешь. У меня вообще нет никакой контрабанды. А в машине? А в машине есть. Блин, жалко нельзя. Можно все... О, отлично. Можно так делать, оказывается, все забрать. Поехали сбагрим контрабанду. Так, куда ты едешь? Лезешь, то есть... Ой, тебя еще лобовое стекло разбили. Козлы, блин. Ну, выходи из машины, глуши двигатель. Да что такое нафиг? Да заглуши, говорю. Ты что такое мажешь-то? Это ты там орешь, козел. Да что такое, блядь, пройти нельзя, пенек еще какой-то. Так, я тебя полутаю пока. Этот не исчез. Блин, а мне некуда ложить. Кстати, состакаются. Ну. Состакаются. Это себе оставь говно. Сейчас у нас будут денежка еще. Тут твои кореша были, да? Выключи эту сирену. Кидрини фини. О, поехали. Еще и лобовухи мне распетрушили. Нет, тебе надо машину ремонтировать. Уже хочешь не хочешь, а надо. Так, и сколько нам дадут? 200? Блин, за какие-то сигареты так мало дают. Все забрал. Остались патроны только продать и вот эту херень продать от Макарова. Это мы по пути. Так. Мы здесь. О, я как раз в магазин заеду с багри, все, и поедем на контрабанду. Нет. Туда поеду, откину этого студента и поеду на контрабанду. Ой, а все равно надо ремонтировать. Дороже, чем $50, все равно не будет. Так, вот и приехали. Так, на тебе вот это. $180. И вот это вот. Во. Что-то продали. Так, что мне тут надо? У меня еще нож S1 запасной есть, кирка есть запасная, ломик есть, все есть, в принципе. Лопаты это мне нафиг не надо. Патроны, говоришь? Ну, давай одну обойму возьму. Во. Винтовка мне это нафиг не нужна. Автомат, по-моему, своим делом справляется. Тем более здесь мало патронов, всего только 10. Типа пробивает больше, а у автомата... А, тут, не, вот тут здесь пробивная сила больше. 4 единички. У автомата 2 единички. Зато здесь больше боеприпасов. Там 10, ладно. Мне это не надо.
Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.